А вы знали, что каждый четвертый человек ел дерьмо? Ты ела? Я не. А ты ела? Я тоже нет. И я не ел. Пап, я тут конфету странную нашел. Пап. Пап. Хай-хай, с вами Мангай и Сонька и Дашка. И сегодня я снимаю челлендж с моими сестрами Сонькой и Дашкой. Oh my god. И сегодня у нас необычный ролик, у нас японский, странный, непонятный челлендж. Так как Дашка и Сонька с самого детства живут и родились вместе, так как они уже... Сколько вам лет? 15. Так как они уже 15 лет живут вместе... Что, уже 15? 15. Они должны знать друг о друге... Все. Все. Абсолютно. Они должны мыслить одинаково, и это я хотел бы проверить сейчас. Я буду задавать им вопрос, на который они одновременно должны ответить одинаково. А если они отвечают на него не одинаково, хотите узнать, что будет? Жрём говно. Более жесткое. Я снега. Я вам снега принес. Тебе снег. И себе снега. Но если вы все-таки сможете синхронно ответить на вопрос вместе, то снег насыпаете вы мне. Первый вопрос. Назовите цвет. 5 секунд у вас есть подумать. Цвет. 5 секунд подумать цвет. Все, подумали? Да. Итак, на три. Раз, два, шесть. Ты же не... Да, блин, брат. Sub-Zero wins. Вопрос неудачный. Вопрос номер два. Назовите ютубера. Раз, два, три. Не знаете, мне приятно очень, мне очень приятно, но мне не приятно, что вы сейчас делать нет. Давай, давай. Короче, что, нет? Она к кубке притрагивается там. В смысле? В смысле? В смысле? В смысле? Сейчас я вам задам. Всем нападам. Вопрос номер три. Марка телефона. Раз. Раз. Два. Три. Ну блин, ой, знаешь, показывай на Ваню, Ваня, айфон, они уже нормальные, айфон. Сначала киска, ты просто показал на себя, такая, а потом такая, ну, да. Ну, я изменю свои решения. Ну вы тут поспорьте, а я пошел. Я за ним упаду в пропасть, ты за ним извини. Хорошо! Хорошо! Назовите школьный предмет. Раз, два, три. Физика! Серьезно? Физика? Я физра сказала. Ты что, физра? Соня wins. Раунд номер 5. Фиде. Назовите жанр музыки. Раз, два, три. Ты жрёт! Нос ломаешь! Я еще молитву не дочитал! Извини. Раунд! Номер 6. Снежок в попку. Назовите аниме. Раз, два, три! Это где-то...
Действуйте. Раунд. Действуем. Раунд номер... Хоть выжимай, господи. Раунд номер 7! Кто из вас красивее? Раз, два, три! Потом я камеру выключу, и тут начнется рестлинг. Давай уже! Что случилось? Кровать там что-то лопнула. Серьезно? Там что-то треснуло. Oh my god, oh my god, oh my god! Мам, если ты смотришь это видео, прости нас, пожалуйста, мы тебя любим. Мам, мы тебя любим очень. Я маму заблокирую, чтобы она не смогла посмотреть этот ролик. Продолжаем. Раунд номер 8. Кто из вас умнее? Раз, два, три. Братская дружба прежде всего. Окей. Они отказались отвечать на этот вопрос. Они потерпят наказание. Вы хорошие сестры, но я плохой брат. Знаете, давайте перейдем к минутке философии. Я вам хочу... Раунд. Раунд номер 9. Как вы думаете, кто из вас первым выйдет замуж? Два, три. Да, я! Обоснуй! Ну, это из хороших намерений, типа, ты милая, красивая, умная, главная, умная, целеустремленная, такие всем нравятся. Ты всем понравишься. Тебя ждет успех. Ты обоснуй. Ты обоснуй. Тут снега не осталось, есть лед. Лед будете? Фруктовый. Гости дорогие, угощайтесь. Ой, не надо, плиз, не надо. Тебе чуть-чуть. Последний вопрос, финальный. Кто пукнул? Раз, два, три. Шуточки. Сейчас я придумал вам вообще impossible challenge. Че нереально, нереально. Здесь у вас 0,0001% шанс, что вы что-то вообще сделаете, что в это у вас будет синхронно. Назовите слово. Слово, какое-нибудь слово. Просто случайное слово. Раз, два, три. Насплачилось. Я думал, словом будет мама или папа, бабушка. Маме. Я маму заблокирую, чтобы она не смогла посмотреть этот ролик. Ютуб? Красава. Браво! Браво! Бросай. Ты готов? Да! Вот оно, вот оно, вот это. У меня что-то вылазит. Мне кажется, я это куда? Пузожитель. Завелся. Ну что ж, ребят, я надеюсь, вам понравился этот ролик с Дашкой и Сонькой. И если это так, то почему бы не подписаться на их канал, на мой канал, на все каналы? Почему бы не подписаться? Почему бы не полюбить весь мир? Почему бы не подписаться на весь YouTube? Всех любить, всех целовать, любить, обнимать? Почему бы нет? Почему бы нет? Серьезно? Почему бы нет? Ну а с вами была Сонька, Дашка, Иванга и Манкума. Всем... Бай-бай! Слышь, пацан, или может не пацан, подпишись, не ленись на канал. Лайк поставь, если что, он выглядит, будто палец, который направлен вверх. Быстро подписался.